Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Oxygen Not Included. Поехали. Так, запускаем им жизнь. У нас, кстати, я не записывал, когда играю, я порой не записываю, чтобы вам просто было не так скучно наблюдать за рутиной, который здесь происходит, типа копание, строительство, собирание мусора, поэтому да. В общем, что изменилось, пока я просто играл? По сути, ничего такого не изменилось. Но здесь появился умывальник, которого не было в прошлых сериях, в прошлой серии. Эти челики просто убирают мусор. И я хочу продвинуться вот сюда, чтобы запустить дымку туда, типа воздух, но пока у меня это план срывается только потому, что они убираются, и у нас не хватает энергии, и я думаю, типа, сделать раздельную комнату, типа, откуда-нибудь проложить лестницу, так, чтобы эти провода не соприкасались с этими проводами, потому что там будет путаница и будет жопа. Вот. Вообще нам нужно сюда кого-нибудь назначить. Так, это не то. Так, продовольствие. Показатели, отчеты. Так, приоритет. Вот. Так, пускай у нас этим занимается, наверное, джин. А где это у нас? Кто-нибудь видит? Так, уборка, медицина. Обеспечить выживание, так, обслуживание. Ну, на них сейчас, короче, все. Так, настройки. Сбросить приоритета, нет. Блин, короче, ладно, пускай пока так. Захотят энергии, они ее получат сами. Так, давайте, чуваки. Я вам ускорюсь. Их ускорю, чтобы они побыстрее были. Так, что у нас тут по... Вот здесь почему-то появляется какая-то дичь. Я не понимаю, почему. Где пробоина? Типа, пробоина идет отсюда или нет? Воздух начинает просто заражаться. И это мне вообще не нравится на самом-то деле. Так, ну смотрите, здесь воздух типа есть. Ну, это даже вообще пока не наша территория. Здесь воздух есть, а здесь он какой-то странный, хотя... Ну, понятно, они просто не, как бы не производят кислород, поэтому, блин... Короче, у нас тут происходит полнейшее веселье. Короче, эти двое чистят туалеты, а другие двое убираются... И занимаются теми делами, которые мне дал. У нас всего 5 дубликантов. И с какой-то стороны это хорошо. Но нам нужно больше дубликантов, больше рабочей силы. Потому что, извиняюсь, этой силы порой просто не хватает. Просто, ну, сами подумайте. Обслуживать такую большую станцию. Просто потому что... Вот здесь надо следить за кислородом, там следить за кислородом, везде, короче, надо. Видишь, кстати, его мало. Типа, он подходит для дыхания, но его мало. А еще, знаете, что мы с вами можем поставить сегодня? Точнее, не можем, а нужно. Мы с вами поставим сегодня станцию. Вот эту. Но, опять же, у нас будет проблема с сетью, поэтому я сегодня буду... Сегодня мы вместе, или я один, буду решать эту проблему. Типа, может быть, ее сделать вообще куда-нибудь сюда, ответвление, не знаю. Ну, к примеру, прокопать вот здесь, еще на уровень. Сюда поставить лестницу. И, короче, делать все, ну, типа, провода вот здесь пустить. Не знаю, посмотрим, в общем. Посмотрим, что мы сможем сейчас сделать. Давайте попробуем. Сначала мы должны разрушить... Нам надо вообще определиться, что мы где будем. Вот здесь. Начиная отсюда, мы будем копать.
ставить точнее лестницу. Глубина у нас будет, ну, не такая большая, но будет вот такая глубина у нас. Вот такая глубина, и будем копать вот тут. Вот здесь. Ну, комнатка у нас будет, к примеру, отсюда. И вот вся вот эта остальная часть. Это будет полностью для компьютера. Так как у нас здесь есть вода, мы можем запустить сюда кислород потом. Типа, да, кислород. И брать воду отсюда, чтобы не бегать туда вниз. Но пока не знаю. Они начали дезинфицировать. Этот челик бегает, наполняет все батареи. Все батареи, которые у нас есть. И, а эти собирают, как бы, ресурсы. Это прикольно. Так, что у нас? Так, этот за водой. Ну, далековато немножко сейчас за водой бегать. Ну, что делать? Такова жизнь этих чудиков. Можно еще наверх попытаться пробуриться, но... Что это за звук был? Ладно. Так, мы, наверное, сразу, знаете, что сделаем с вами. Это будет глупо, но это будет, типа, нормально. То, что мы сейчас с вами будем делать. Мы, наверное... Что мы сделаем с вами? Подождите, я немножко сейчас запутался. А, я все понял. Чуваки, мы сейчас с вами здесь поставим термодверь. Это очень нужно нам, чтобы... Ну да, типа тут углекислый газ попал, все дела, но мы будем это делать сейчас реализовывать. Типа свою идейку. Сюда куда-нибудь мы поставим генератор. Куда-нибудь вот сюда. Вот сюда. Сюда поставим две батареи. Даже 4, пускай будет 4 батареи. Подключим их между собой. Где? Типа, подключим их между собой. Не знаю, кто их будет заряжать. Но это будет отдельная такая маленькая комнатка, система такая. Небольшая. И все, как бы, и нормально. Чел, сначала это сделай. Ну ладно. А, так, сразу. Планируем комнату. Вот так вот. По-любому нам придется делать вот так. Вот. А, нет, стоп. Это мы сделаем отмену. Сюда мы с вами поставим дверь, чтобы продвигаться туда дальше. Это будет такая маленькая катакомба. Маленькая такая. Малепусенькая катакомбочка. Вот. Что они там делают? Где они? Извиняюсь. Так, этот человек делает нам еду. Этот копает. Этот бегает. Этот дезинфицирует зачем-то. Ну ладно, пускай. Так, мне не нравится вот это вот. Пока отменим. Так. Все заняты. Все заняты своими, как бы, обязанностями, делами. И это очень-очень хорошо. Я вот, знаете, чуваки, что подумал. А почему мне не поставить на каждом этаже? Что-то немножко подлагивать начинает. Тогда я начну записывать. В общем, идея такова. Поставить везде, на каждом этаже туалета. Не только здесь. Просто потому что... Я не хочу, чтобы у меня колония была просто... Извиняюсь, в санье. Мы куда-нибудь вот сюда поставим. Поставим вот сюда. Даже, ну, сюда два. Чтобы, если что, они успевали бегать и туда, и сюда. Здесь я поставил генератор, они построили, уже зарядил один челик. Поставил сюда воздух. Сейчас поставлю сюда воздух. То есть эта комната полностью будет отделена от всех комнат, которые здесь есть. И будет производить мне только, ну, как бы, будет компьютер, все дела. Вот.
Недостаточная выработка кислорода. Почему? А, типа отсюда, ну да. Ну это понятное дело, блин. Ну типа дышать можно, но не хватает все равно. Давайте увеличиваем скорость, чтобы было веселее. Так, давай, 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 давай. Сейчас, челики, будет все нормально. Много здесь нагружать тоже не будем сеть. Потому что здесь вот эта вся часть, она работает просто от этого генератора. Можно попробовать часть вот этого пропустить сюда как-нибудь. Давай, давай, давай. Ну, давайте, копайте, короче. Вот они тут копают, потихонечку все происходит, но здесь сейчас мы сделаем просто комнату с кислородом. Вот. Чтобы им дышать было просто комфортнее. А то какая-то хрень получается. Ну, здесь кислород есть. Типа, если копать, то будет нормально. А если нет, то мы его убьем. Типа, весь углекислый газ мы будем убивать просто. Так, давайте потихонечку, ребятки, начнем установку компьютера. Просто исследовательская станция. Я буду называть это компьютер. Поставим его мы куда-нибудь сюда. И сразу, чтобы было норм, сюда подключим. Вот. Медленно, я не хочу, чтобы они работали. Это неинтересно. Давайте, 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 чуваки. Здесь вот он чистит, этот за водой бегает. Как бы да. Так, давайте еще быстрее. Угу. Так, что эта штука не... Сейчас они это все подключат, сделают, и будет вообще все изи, прям шикардос будет. Так, что у нас по кислороду здесь? Здесь кислород есть, нормально. Так, исследование. Первое, что мы с вами исследуем, это, наверное, земледелие. Чтобы выращивать с вами разные растеньки и так далее. Кто этим займется, я не знаю, но кто-нибудь, может быть, займется этим. Так, опа. А, чуваки, надо убить эту тварь. Где атака? Где атака, блин? Где атака? Я потерял. Чуваки, убейте эту тварь. Убейте ее нахрен, давайте. Давайте, ну. Убивайте ее. Че ты жрешь? Убивай ее. Козлина. Все, отлично. Нормально так. И подметите вот это яйцо. Оно очень страшно, да, страшное. Так, теперь мы можем делать вторую часть комнаты. Во второй части комнаты мы с вами... А что мы с вами поставим во второй части комнаты? А во второй части комнаты мы с вами будем выращивать. Как вам идея? Выращивать. Просто что-нибудь выращивать или что-нибудь поставим потом. Вообще, можно, знаете, как сделать с вами? А, мы с вами можем вот здесь... Кстати, почему бы, собственно, и нет? Чуваки, давайте разрушим вот тут. Это будет глупо, я знаю. Я все это знаю, что это выглядит ужасно. Но мы с вами сюда поставим медкровать. Вот что нам не хватает. Все. Нам не хватает медкровати. Нам не хватает. Где? Потерял. Массажного стола. Это всего реально нам не хватает. А, давайте посмотрим, пока не спят. Так, это что такое? Так, подождите, где? Схема декоров. Да, декоров у нас нет, световая. Так, вентиляция. Ну, это все будет потом у нас, блин. Так, по температуре у нас нормально все. Вот! Вот, смотрите. Что мы сейчас с вами сделаем? Сразу прям, с лету. Пока не спят. Мы сразу протянем сюда. Все.
как бы нормас, по сути. Вот, и сделаем сюда пневмодверь. Это очень сейчас важно. Потом мы это все, конечно же, снесем и поменяем. Вот. Смотрится на самом деле ужасно. Но пока что мы выживаем именно вот так вот. Таким образом. На данный период вот такая у нас колония получается. То есть... У нас 12 цикл идет. Это не так уж и плохо. Так, ну давайте. Блин. Так, этот побегать решил. Кто у нас еще где бегает? Этот тоже бегает. Так, а сколько надо следующего дубликанта? Ну, короче, почти пришел к нам новый дубликашка. Это хорошо. Это прям, реально, это прям очень-очень-очень замечательно. Будем ждать нового дубликанта. В общем, мы, ну, как бы, уже, наверное, в следующей серии. Так, стоп. А, нет, смотрите, мы сегодня в этой же серии мы с вами сможем увидеть нового дубликанта, какой он будет. И чуваки потихонечку для меня начали копать вот эту штучку. А также у нас возникла проблема, то что у нас нету водорослей. Просто нету. Серьезно. Ой, не тот нажал. Типа, ну, на базе у нас нету водорослей. Так они вот у нас здесь, тут. Вот здесь их очень много. Типа, их много везде, но не у нас. Вот. Этот исследует, кстати. А мы, наверное, сегодня... Стоп. Не дождемся исследования. Да подожди ты. Да, блин. Да. А, нет, мы, возможно, сегодня два события сразу, как бы, сможем запечатлеть. Первое наше исследование и первый дубликант. Точнее, седьмой дубликант. Так, поехали. Учится, творчество. Вот, нам вот этот нужен. Так, интересно. О, отлично. Вот этот нам подходит. Так, сельское хозяйство. Нет, вот этот нам больше подходит. Добро пожаловать, как тебя зовут? Хасан. Так, и что у нас с исследованиями? 10, ну нет, исследования нет, мы не успеем, он долго исследует. Так, что у нас делают все? Все делают, бегают, прыгают, занимаются всякой фигней, по сути. Ну, не фигней, но один производит нам еду, и поэтому у нас съедобного есть немножко. Кулинарных у нас нет, ну, в общем, так, пускай ты... И идите, типа... Чуваки, идите, короче, блин. Отдыхайте. Чё за исследование? 11. Ладно, ребятки, на этом мы с вами сегодня закончим. Нашу данную серию. Успели мы, по сути, немного, но мы успели хоть что-то сделать. Поэтому всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи. И до новых встреч. Пока-пока.